Всем привет! Мы на канале Мистер Юра Принцесса, и сегодня мы будем делать до моей комнаты музыкальную подрезку стрекоза. Вот как они там выглядят. Сейчас мы посмотрим, что на три. Вот какая-то коробочка, давайте откроем. А там стрекозы. Ну. Вот. А, они такие красивые. И звенят еще. Но они закрашены бумажками. Еще есть краски, но нету инструкции. И еще там есть краски блестящие. Вначале надо их распаковывать, и я очень люблю эти штучки. Слышите? Сейчас мы будем вытаскивать пакетики. Ой, какие миленькие стрекозы! Ребята, они прозрачные. Надо подразить какую-то бумажку. Теперь хорошо видно на их. А мне они больше нравятся. Когда кто-то идет, они звенят. И я просыпаюсь. А теперь мы будем их раскрашивать. Первый мой любимый цвет. А первая будет у нас большая. Мы носили классные крышечки, потому что так быстрее. Пусть она сохнет, и будем красить следующий цвет. У нас будет розовый. Закончила еще одну бабочку розовенькую. А следующий цвет будет у нас оранжевый. И будем рисовать вот эту бабочку. Третья стрекоза готова. Следующий цвет у нас будет голубой. Вот какая у меня синяя бабочка. А следующая будет золотенькая. Вот какая золотенькая она. А следующая будет у нас фиолетовый.
Вот я их разукрасила и буду украшивать их другими цветами. Сейчас будут точечки у нас розовенькие. Будет красиво и очень. И мне, и маме, и папе понравится, конечно. И вам понравится. Буду делать точечки на золотой краске. Вот все, это готово, ты коза. Какая следующая будет? Следующая будет вот эта. Хорошо. Вот у меня еще она готова. Следующая будет у нас разненькая, и она будет у нас, может быть, синенькая. Давайте. Все, красивая получилась. На розовом я нарисую фиолетовую. Краски. Самую пасхальную бабочку фиолетовую я буду красить оранжевым. И будут точечки на нее. Вот я все бабочки закончила. Они красивые, ребята? Напишите в комментариях. А посмотрите на мои руки, они все испачканы и блёсками. Надо подождать 5 минут, посохнет это, и я вам покажу это, как они летают. Мы подождали 5 минут, ну не почти засохнут, но все равно я покажу вам. Понравились эти приказы? Напишите в комментариях и ставьте лайки. Пока! Пока-пока!